Ребята, вот одну вещь никак не могу понять. Что это ра, я давным-давно знаю. Еще когда был ребенком 9-летним. Не могу сказать. Вот когда был 7-летним, 8-летним, тогда да. Что спокойнее будет РА. И что другое я знаю. Но зачем мне одно и то же постоянно говорить, что православная церковь это, что это американский говермен, что это исламский говермен и так далее и тому подобие. Какой толк перемалывать туда косточки, сюда косточки? Террористы, я вам напрямую отвечаю, вы террористы. Так понятно? Короче, гоните мою бабу, идите нахер. Со своей силой, со своими всякими выпендрёжничеством, блин, со своими всякими шпионскими играми. Мне вообще начихать. Они, видишь ли, от человечества спасают от населения, мам. Убивают сироту и вдову, единственного ребенка в семье. Спасает? От населения. Перенаселение у нас планет. Они все будут придумывать. Все что угодно. Нет у меня никакой женщины, не было никаких детей, ребята. Просто я с вами не подписывал договор болтать с вами. Ни с православной, ни с CIA, ни с ГРУ. Мне вообще глубоко насрать. Теперь всем понятно? Все всосали. За тех, которых много детей. Сумму не оговаривали, да, в детстве? Значит, моя сумма, правильно? Вот и все. Одна секунда, миллион долларов. Вот так вас устраивает? Нет, давайте миллиард.